Региональное управление ФСБ задержало жителя Ухты по подозрению в публичных призывах к терроризму и экстремизму. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спецслужба установила, что мужчина – последователь нацистской идеологии и активный пользователь экстремистских форумов. На его теле нашли многочисленные татуировки со свастиками, символикой нацизма и названием международной неонацистской организации, запрещенной в России. Ухтинец на своей странице в открытом доступе разместил публичные призывы к насилию в отношении уроженцев Северного Кавказа. В ходе расследования по уголовному делу, которое началось еще в марте, также выяснилось, что мужчина призывал и к актам терроризма в отношении представителей органов власти и правоохранительных структур. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.